Здравствуйте. Представляю ваше внимание лот номер 4, Vintage Jacket, страна Европы, демисезон, вес мешка 5,140, количество мешки 5 единиц, куртки женские, мужские. Такая зимняя, идет на заклепках, но он рабочий. Имеется два основных кармана, глубоких, они идут на заклепке. Также кортка размера у нас будет М. Пишу, у нас отстегивается. Отстегивается также меховушка. Мех искусственный. Один карман на рукаве. Также меховушка. Манжет. Здесь для удобства сделана молния. На спине имеются наклейки. Фирма Black, размер М, идет на молнии, два кармана молнии, небольшие, незначительные пяточки. Куртка непродуваемая, непромокаемая, фирма Regatta, идет на магнитах, молнии рабочие. Здесь имеется карманы, два основных на молнии, один на грудной, также на рукавах липучка. Можно отстегнуть, куртка два в одном, будет как ветровка. Будет ветровка и куртка утепленная. Внизу имеется резиночка, можно затянуть. Удлиненная, идет на молник, капюшон у нас отстегивается, пух-перо куртка, размер у нас будет М, куртка на молнии, также ремень, два кармана. На молнии, ворот также на молнии, два основных кармана, удлиненная спинка, манжеты, размер куртки будет L. Спасибо за внимание.